Отрезаем от трубки 70 сантиметров. А также отрезаем две заготовки по 20 сантиметров. Отпилим деревянный брусок длиной 30 сантиметров. Крепим держатель трубы к бруску. В результате получилась такая конструкция. На рейке установлен универсальный держатель от штатива под видеокамеру. Просверлил 4 отверстия под шурупы. Быстросъемный зажим под видеокамеру. Вот такая реечка. Здесь закреплена штанга на универсальном держателе штанговом. Вместо шарового подшипника применил вот старый такой зажим от аппарата ФЭД на шаровом подвесе. Древняя вещь такая. Ну, вот штанга. Внизу крепление на 4 трубы. И установлены 2 блина от гантелей. Как раз диаметр подошел 25 мм. Трубы. Трубы заканчиваются заглушками, опять же стандартными из набора крепления этих труб. Дождик идет. Такая вот конструкция. Сейчас попробуем протестить ее. Грузы можно сдвигать, регулировать под разные видеокамеры разной массы. Сама видеокамера крепится на стандартную платформу штатива, которая устанавливается в гнездо быстро зажимным устройством.